плавно перебираемся в отдел с салатами и капустами. Что у нас сегодня будет? Капуста струганная? Упаковка стоит $1.74, 2 ЛБ. И мы еще купим. Вот такая вот капусточка. И, вот и еще салат. Берем два салатика. Ну, в смысле, он один, два качанчика. Стоит $1.64. А вес просто два штучки. Чем вот этот салат отличается от того, что мы взяли? 2 ЛБ, $1.46. Но там просто капуста там нескольких видов. И морковка, и мы сами, я буду дорезать туда. Все. Будь здорово. Я уже вижу. Значит, здесь смесь салатов, вот в этой пачке. А в той пачке, что мы взяли раньше, там смесь капусты с морковкой. И вот получается. Ну, короче, я просто туда буду дорезать вот тот салат и будет. Так этот мы не будем брать? Нет. Надо было взять два и смешивать. Ну еще можно купить вот всякие такие шпинаты. Но мы в этот раз не берем. Мы решили с ними немножко потормозить, поесть немножко капусты, потому что мы их постоянно вот эти кушаем. Сегодня решили ударить по капусте. Продуктов мы сегодня хотим. Что? Мясо. Мясо, это понятно, что мясо. Ну, что за мясо? Мясо, оно уже разрублено на такие, как стейки. И я его буду обжаривать. И потом оно... Короче, ты будешь делать с него жареный стейк с овощами, да? Угу. Стоит он $10 за ЛБ. Мы берем вот такой. Вот такой лоточек. Подожди, давай скажем, что там в этом лоточке есть. Скажи, а то я не вижу через камеру. 5 ЛБ? 5 ЛБ и стоит... $8.16. Заверните. По мясу это все сегодня? Вот такая вот свинина с ребрышками, ЛБ 2.30. А вот, кстати, это что? Это вот эти вот всякие... Язык? Я думал, что это, ну, субпродукт. А сколько язык стоит? 4.73? Ага. Или что это? Да, говяжий язык. Говяжий язык. Угу. Говяжий язык. Ну, в общем, мясо это Маришкина тема, я в нем разбираюсь. Традиционно берем яблочный сок 6.48. Это 2 галлона. И идем. А. Ну давайте я, наверное, покажу, что у него сзади написано дома. И. А, ну вот, давайте покажем. Так, значит, вот его задняя сторона. Вот его содержание. 2 галлона, 6.48. И идем купим апельсинки. Апельсины сегодня 5.58 за пакет 8 ЛБ. То есть, грубо говоря, это 3,5 килограмма. Надо пощупать их, чтобы они все были хорошенькие. Ровненькие. Вроде мягких нет. 8 ЛБ, 5.58. Двигаем дальше. Ну все. Сегодня у нас вот такой вот маленький магазин. Идем на кассу. Мы сегодня решили остановиться на Голубике. 3.33 стоит 18 ус. 18 ус, давай перейдем во что-нибудь. 510 грамм. 510 грамм. Вот такая вот голубика. Ну, еще можно вот при желании купить клубники. 1 паунд 4.28 стоит. Она не пахнет. А иногда пахнет. А сегодня не пахнет, ты нюхал?
Зайка, все очень хорошо пахнет. Просто очень... Мне не пахнет сегодня. Ну, так правильно, у тебя нос заложен. Просто очень многие говорят, в Америке клубника не пахнет, она невкусная, там типа бла-бла-бла. Да, я не буду скрывать и должен быть с вами честен. Очень часто клубника, ну как очень часто, бывает, что она не имеет запаха. Но вот эта вот, которую мы видим сегодня, она очень хорошо пахнет, точно так же, как будто ее сорвали с грядки. И вот есть еще вот такая вот малинка. Сейчас я понюхаю. Тоже очень хорошо малинкой пахнет. Вот. Бывает, да, бывает такое, что ягоды не пахнут ягодами, но это, скажем так, как найдешь. Видимо, я думаю, что это зависит от того, кто поставляет эти ягоды, и от сезона. Может быть, когда не сезон, они не имеют запаха, а когда нормальный сезон, и все тогда хорошо пахнет. Вот какая-то вот такая вот спиртная красота, просто вам покажу. Мы разбираемся только в Хеннесси и в Джине, поэтому можем только на те напитки давать характеристику. А вот это вот просто красивая бутылка какая-то. Яблочная водка, я не прочитал. Да, яблочная водка. $28, 750 миллилитров. Ну вот, кому интересно, я так вот тихонечко проведу. А вы помаленечку проанализируйте, чего за сколько можно попить. Здесь за стеклом немножко подороже, такие, видите, $226 за бутылочку. Хотя он премиум мартини какой-то, 34,99, не так уж и дорого. Ну все, на этом мы, наверное, в Сэмс-клабе сегодня заканчиваем наши покупки. Пойдем на кассу и после кассы огласим вам, так сказать, что у нас получилось сегодня в нашей корзинке. А мы из спиртного покупаем в Сэмс Клабе себе вот такой вот джин. 13,96. Вот такая вот бутылочка мы брали под Новый год. Еще у нас осталось, поэтому мы как бы сегодня, наверное, брать не будем. Ну все, увидимся после кассы. Уже начинается подготовка к Пасхе. И в продажу вот пошли вот такие вот пасхальные наборчики. Скажем там так, конфетки, яичко. Есть такая в школе, как это сказать, забава, игра, собирать яйца. Все родители приносят определенное количество едей. Что-то я говорю. Все родители приносят определенное количество яиц в школу. И потом учителя с помощниками где-то раскладывают их. Ну там на каком-то газоне ты раскладываешь. Маришка хочет рассказать, сделает усилие над своим голосом. Ну, в общем, вот эти наборы стоят $10-12. Речь идет о пластиковых яичках, которые можно в 99 центах купить в пустыне. Мы туда, родители, договариваемся. Каждый родитель приносит, допустим, ну, 10, 12, 15 яичек. Мы там вот два раза мы собирались по 15 яиц, каждый родитель. В одном классе, когда у нас, я не помню, кто, дочь, наверное, было, даже такое, что родители собирались, каждый приносил столько количества яичек, как деток в классе. Это получилось, каждый ребенок смог себе найти 27, по-моему, яиц. И в каждое яичко ты можешь положить конфетку, стирочку, шарик. Ну, в общем, все, что может вместиться в это яичко. И потом в определенное время учитель дает отмашку, говорит, сколько дети могут собрать. И они бегают там на территории школы, на газоне их находят, под лавочкой, под столом. Ну, короче, на своей территории, где они могут гулять. Да, это очень весело проходит и интересно. Дети очень ждут этого дня. Ну и дома мы делаем то же самое. Мы прячем яйца ночью. Под подушку. Нет, под мы диван. Везде прячем их, они ищут. Кот, не могу больше говорить. Ну, вот такой сегодня у нас больничный влог. Маришка пытается сказать, что там написано, что это угощение, пасхальное угощение. Вот такие вот большие наборы подарочные, видите? Тут есть маленькие яички, маленькие конфетки, шоколадные. И потом все это складывается в большие яйца, и дети все это ищут. Ну, или просто набором дарится. Вот, такой набор стоит $29.98. Вот немножко поменьше набор, $19.98.
В него входит шоколадный заяц, мандемсы различные. Ну, в общем, конфетки, попкорн. Что у нас здесь еще? А, это что? Мини-яички? Шоколадные яички. Кэдбери. Кэдбери. Все знают этот шоколад, наверное. Я думаю. Вот от Кэдбери вот такие мини-яички. Килограмм 19, килограмм 190 грамм этот пакет, 10,98 стоит. И это тоже вот шоколадные яички, они там прямо в отдельных упаковочках, ну тоже как конфетки сделаны, $10. Что там еще может что? А это к дню, наверное, Святого Валентина, там сердечки всякие жевальные. Да, вот написано прямо. 14 февраля. Рассказывайте, у вас какие подготовки идут к Дню Святого Валентина? Сердечки. Шоколадочки. Да, это прямо такой вот набор 12 сердец. Купить и ходить одаривать всех, кого ты влюблен. Блин, тебе 12 подарить или одну? Ну, а кто не хочет есть шоколадные сердечки, тот может есть просто протеиновые батончики. Эта тема очень распространена в Америке. Тут все очень следят за своим здоровьем, любят ходить в спортзал и употреблять всякие вот такие вот протеиновые шейки, милки, ну, в смысле молоко, коктейли, батончики. Без этого, ну, прямо никак и никуда. Очень развиты всякие протеиновые смеси с орехами, с шоколадами, с бананами. Так, вот такой чек у нас получился. Будем платить. Нужен телефон. Вы сейчас видите витринку того, что предлагает меню, предлагает Sam's Club. Для тех, кто хочет перекусить. Вот, а мы закончили. Чек у нас получился сколько за 57,35. Его, как обычно, на выходе сверяют, проверяют. 57,35? Угу. Вот. И нам повезло, мы выходим, а тут прямо солнце-солнце. Дождя нету, поэтому мы быстро побежим складываться. Машина хотела нас пропустить, но, наверное, постеснялась. Давай я буду болтать. В общем, нам прямо в Sam's Club повезло. Дождь закончился. Мы не намочимся, когда будем складывать свои покупки. Все, мы с вами прощаемся. Вы были на канале «Наша жизнь в Америке» New Life It's My Life. Подписывайтесь на наш канал, не забудьте поставить колокольчик, вы никогда не пропустите новую серию. А кто поделится с друзьями в соцсетях, тот вообще будет красавчик. Ну и ждите наших новых выпусков. До встречи на канале «Наша жизнь в Америке» New Life It's My Life. Bye-bye. И сегодня в традиционной рубрике «Авто на стоянке» вот такой вот красавец «Мустанг». 5-литровый. Почему он меня заинтересовал, сейчас вы поймете. Я покажу вам его диски и покажу вам его тормозные колодки. Вот такой вот красавчик. Для сравнения, в нашем минивэне объем двигателя 3,5 литра.